И снова первые. В болгарском городе Несебре в рамках Международной школы народной культуры, искусства и ремесел «Славянский путь» состоялся фестиваль-конкурс «Солнечный танец». Североказахстанский ансамбль бальных танцев «Сенситив» стал победителем сразу в двух номинациях. В родном городе их встретили родные и друзья. Дарья Середа расскажет подробнее. Несколько минут томительного ожидания, ребята выходят из машины, счастливые и загоревшие под болгарским солнцем. Второй раз они вернулись с победой. «Сенситив» стал лучшим в двух номинациях – бальный танец, дуэт и ансамбль. Мы с волнением ждали наших ребят. Они нас не подвели, оправдали наши ожидания. В очередной раз они лауреаты. Мы, естественно, гордимся за наших детей. Они молодцы. Евгений Кузьмин занимается танцами 7 лет. На этом конкурсе его отметили специальным дипломом за артистизм. В номинации «Дуэт» он и его партнерша рассказали историю глухих о том, как взаимоотношения мужчины и женщины складываются в тишине. И нам с тобой не ясно до сих пор, что отвернулся. Значит, не услышал. Мы были очень рады выступить, представить нашу республику. И мы рады, что приехали с победой. А номинацию, которую мне присвоили, я не ожидал. Я очень счастлив. Фестиваль также стал хорошей школой. 10 дней для 160 его участников проводили мастер-классы по разным танцевальным стилям. Мастер-классы проходили по индийскому танцу, по болгарскому танцу, классическому танцу. Кстати, вот хотелось бы отметить, что с ребятами работали ведущие педагоги Мариинского театра Санкт-Петербург. Ребята получили сертификаты за обучение каждому персонально. У коллектива большие планы. Для повышения квалификации в Санкт-Петербург их пригласили ведущие солисты Мариинского театра. Также поступило приглашение принять участие в танцевальном конкурсе, который пройдет в марте следующего года в Испании. Дарья Середа, Роман Куценко, новости МТРК.